своего противника требует высокой боевой деятельности, внезапности, подвижности и высокого... ...воздух, склады боеприпасов и горючего летят... Боевые действия в тылу противника требуют высокой боевой деятельности, внезапности, подвижности и высокого напряжения всех сил. Парашютисты-десантники должны скрытно и быстро, вне дорог, совершать передвижение и появляться там, где их меньше всего ждет противник. Быстро надо реагировать. Земля. В эту сторону отбор должен быть. Приметные точки. Первая — на опушке рощи, вторая — на скате высотки. Стрелковые группы. Первая, вторая, третья. Первая рота. Выбрасывается в районе аэродрома. Задача — уничтожить охрану аэродрома, взорвать бензосклад и склады боеприпасами. Командир группы захвата, майор товарищ Соколов. Ваше решение. Я решил. Произвести выброску парашютного десанта согласно таблице десантирования. Прикрыть воздушную транспортировку нашего эшелона с воздуха, не дав возможности авиации противника атаковать. Препятствовать. Боеприпасами и продовольствием по воздуху в район действия парашютно-десантной бригады. Мой командный пункт до вылета на аэродроме.
Проверьте ваши часы. На моих часах 2:05. По кораблям. Отходим к району выброски. Приготовиться!
благополучно. Люди, материальная часть на сборных пунктах. Все противники прежние. Изменений в обстановке не произошло. Приступить к выполнению задачи. Есть. Разведкой установлено. Аэродром противника усиленно охраняется. Зенитно-пулеметные точки обнаружены по окраине аэродрома. Технический состав и охрана находятся севернее аэродрома на опушке рощи. Бенза и... ...отряда. Уничтожить зенитно-пулеметные точки командиру второго отряда. Взорвать бенза и бомбохранилище. Третьего отряда. Захватить аэродром и подготовить его для приема посадочного десанта. Атака в 5.30 по сигналу серии белых ракет.